Рада вас приветствовать, братья и сестры. У нас дома снег лежит, а я смотрю в окошке магазинов ваших уже шарики где-то елочные. Елочные игрушки. Подготовка к Новому году, а снега нет. Но все равно вы такие счастливые, у вас есть море. У вас все еще трава зеленая, у нас снега по колено. Я посылаю фотографии моим родным, они удивляются, что так тепло, так прекрасно. И вот сегодня говорили, что мы должны быть благодарны Господу. И мы здесь на земле находимся в нашем бренном, грешном теле. И все равно, как мы не стремимся к горнему, да, все равно мы радуемся, когда Господь нам посылает благословение. И я хочу сказать, вы такие счастливые, что у вас такая природа, такой воздух прекрасный. У нас тоже, у нас леса, у нас, я тоже люблю свою Удмуртию маленькую, родину Чайковского, между прочим, наш город, где я живу. У нас небольшая церковь, но мы объединились, нас объединил наш Господь, у нас Христос. И мы служим Ему, каждый как может, любим друг друга, научаемся этому. И хочу прославить Господа нашего песню.